С наступлением осени возрастает число наездов на пешеходов. Госавтоинспекция Самары провела очередной профилактический рейд с участием пешеходов и автомобилистов. Дмитрий Инкин – водитель такси. За рулем больше 15 лет и особое внимание уделяет людям, которые переходят дорогу. Это залог безопасности для всех участников движения. Я всегда пропускаю пешеходов, потому что я соблюдаю правила дорожного движения и уважение к людям, соответственно, самое главное. Прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности. Осенью пешеходы должны быть еще более осторожны. Желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги и, конечно, использовать на одежде световозвращающие элементы. На территории города Самары за 10 месяцев текущего года произошло 920 дорожно-транспортных происшествий, из которых 347 – это наезд на пешеходов. То есть, в принципе, это 30% от общего количества ДТП. При переходе пешехода вне пешеходного перехода пешеходы должны, во-первых, не создавать помех для транспортных средств, которые приближаются, а во-вторых, они не должны выходить из-за транспортных средств, которые припаркованы, которые ограничивают видимость их при переходе. При проведении рейда сотрудники госавтоинспекции напомнили как водителям, так и пешим участникам о соблюдении норм дорожной безопасности. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.